Всем привет, с вами снова я, Бэк Фалкон, и сегодня у нас будет бой, который пройдет 26 августа. А именно бой между Кимом Джу и Джеффом Холландом. Сейчас, на мой взгляд, сейчас нашел в пользу Джу, и я думаю, он наделает победу, видимо, наглашенным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также направим, что в эту пятницу в 20:00 по Москве у нас пойдет перенесенный стрим по КДС Bandicoot Unchained Trilogy. Всех жду. Ну уже потому что прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выразить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки я оставил в описании. А так, это будет бой первой серьезной проявкой для Дзюма-младшего. Холм соперника не повышенный. Побеждал Мэнни Пакьяо. Дрался с Кроуфордом. Но как, Пакьяо-то, на мой взгляд, он тогда проиграл, но судьи решили иначе. Что ж, а мы начинаем нашу трансляцию. И первым на линк выходит Ким Джу. 15 боев, 15 побед, 11 нокаутом и ни одного поражения. Пока что идеальный боксерский нокаут. У Тима... Я думаю, что нас ждет интересный бой. А вот выходит и его оппонент, Джефф Шевушин Холм. 20 боев, 20 побед, 13 из них нокаутом, 2 положения и 1 ничья. Холм, кстати, постельно видел в комментариях в боксовских пабликах, сравнивал с Рикки Хаттоном. Ну, может, что-то лечь, но я бы не согласился. Нам посылают боксер. На выражение напишите в комментариях свое мнение по бою, будет интересно почитать. Сейчас следователь напомню боксовым правила, и мы начнем. Первый раунд. Поехали. Попадает Холм. Отвечает Джу. Мимо. Помахивается Ким. Не походит апперкот у Холма, и он же сразу клинчует. По боку попадает Тимофей. Апперкот от Холма. That strategy is going to be key here. This isn't going to be some wild type brawl. This is going to be a very technical, strategic type fight. Absolutely, Joe. Each guy waiting for the other one to make the first mistake. See, the defense pays off Mima. As he gets rid of that downstairs. Back to the body. Попадает Холм. Вашемиен. Мимо. His opponent wanted the body, he wouldn't give it to him. Помахивает Холм, Джу попадает. Клинч. Помахивает Джефф. Here's one for you now, he says, right back with the left hand. Мимо попадает Тимофей и клинчует Джефф. Вашмен.
мимо. Попадает Джо. Отвечает Джефф Хован. Пим попадает. Келлинич. Мимо. Dismisses his opponent's headshot. Just 10 seconds to go in this round. Попадает Джефф. Первый он завершен, и на нем минимально он за Тимом. 10-9 в пользу Джо. Но пока что у нас наблюдаются качели. Бой проходит с переменным успехом. Он получает указание от своего углу. Что ж, и у нас раунд номер 2. Апперкот от Хоуна. Атакует Тим. Хоун отвечает. Вашмен. Келлинич. Мимо. Вашмен. Попадает Джефф. Попадает снова Ховн. Келлинич. We lose touch of that, but boxing is such a global sport, and every little region of the country defines the fighters differently, and the fighters are defined by where they come from. Yeah, it really is. You know, sometimes if a fighter is from maybe a place where there's not many resources, then you're going to get a fighter who's a little cruder, and he's going to have to be more physical because, you know, he doesn't have the apparatuses in the gym where, you know, he can hit a double end ball, or, you know, he can be inclined. Мимо и встречает Холм своего визави. Апперкот. Мимо. Попадает Джефф. Вашмен. Попадает Джо. Келлинич. Попадает Джо. Мимо. Blocks that punch. Вашмен. Помахивается Тимофей. He gives as well as he takes. You saw it on that exchange. Попытка клинча от Ховна. Last 10 seconds. Мимо. Неплохо сейчас попал Джо. Но второй раунд, как по мне, все-таки за Ховном. 19-19 у нас становится. Ховн же говорит, что этот поединок возможно достал, потому что фамилия его оппонента Джо. И чисто поэтому. А так он считает, что Тимофей не на его уровне, и он не понимает, почему он считается андердогом в этом поединке. Ну что ж, бой оставит все по своим местам, думаю.
А ждать осталось недолго. И у нас раунд номер 3. Мимо. Попадает Тим. Мимо. Попадает снова Тим. А он поддавливает, как мы видим. Попадает Холм. Мимо. Калинич. Выкатил код от Холма. Мимо. Попадает Тим. Вмахивается Хоун. Не похоже встречает Джо. So right from the start in this fight, he's committed to the body shots. Well, that's the time to go there right at the beginning because body work pays off for you later in the fight. No sense in wasting time. Get right Мимо. To it. Попадает Холм. Лубберс proving to be elusive. Апперкот. Мимо. That punch just close. Помахивается Джефф. Клинч. Апперкот. Мимо. Клинч. Неплохо попадает Джо. Отвечает Джефф. Попадает Хован. И третий раунд за Тимом. Сейчас у нас 29-28 в его пользу. Но бой пока что очень и очень плавный. Наблюдаю, что у нас качели в поединке. И до последнего не важно, кто же все-таки победит. Здесь удачный момент, как у Бежу, как у Хована. И насколько мне известно, что он долго не мог договориться о поединке. Но в итоге договорились. И у нее все равно такой же счет, как и у меня, а у нас раунд номер 4. Вашемен попадает Хован. Снова попадает Джефф. Teddy, there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities because he's got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start to chuck something back at him a little. Мимо. One, two. One, two. Попадает Тим. Хован контролит. Мимо.
Карлинич. And you can see he wanted to do that as he holds on there. Попадает Джефф. Вашемен. And now they're opening up. Both right hands land. Атакует Хоун. Move your head. 90 seconds to go in round Мимо. Number 4. Вбахивает Джефф. Вашемен. Good doubling up of the jab by Glover. Comes right back with some offense of his own. Вашемен. Great movement to get away from those punches. Неплохо. Flubber showing us a great display of one of the best elements of defense, Teddy. And that is your ability to make a man miss by moving your head. And now what his opponent has to do is he has to understand, hopefully he's been taught this, that yeah, the head moves, but the body doesn't. The body is stationary right in front of you. Right now his opponent should not be going to that head. He should be going downstairs. Клинч. Engages in the clinch. Попадает Джефф. Неплохо сейчас попадает Ким. И четвертый раунд за Хоуном. Счет становится 38-38. Вернусь к теме с вознаграждениями. Главным, почему не могли договориться, что было количество раундов. Команда Тима хотела 12 раундов, команда Хоунов 10. Также команда Джу хотела пункт А были ванше, команда Хоуна не хотела. И в итоге, как я понимаю, пришлось согласиться на условия Хоуна. 10 раундов будет, а в пункте на реванш ничего не знаю, это честно. Но самое главное, что больше стоится, и мы наконец увидим, кто же все-таки сильнее из двух австралийских боксеров. А у нас раунд номер 5. И начинается он с атак Тима. Отвечает Хоун. Вашемен. Мимо. Промахивает Джу, Хоун встречает. Вашемен. Very nice defensive guard there. Попадает Джу. Вашемен. Снова попадает Тимофей. Мимо. Good way to protect the midsection. Отвечает Хоун. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. One, two, one, two. Мимо. Gets rid of that body shot. Попадает Джу. And he's really doing a nice job of hitting the mark with the jab. And that's exactly what he needs. And it's not hard to hit the mark when the ball's coming at you. The right choice of a punch. Blocks that belt line well. Halfway into round number 5 here. Поддавливает Тим. Неплохо. Very nice work from both. Мимо. Each got a shot in. Попадает Хоун. Калинич. And he ties up on the inside. You're doing great.
мимо. Glover's defense did a good job there, able to avoid that punch. Помахивает Джо Хоун, попадает. Лошамиен. Мимо. Final 10 seconds of this fifth round. Клинч. И пятый раунд, как минимально с Рикки Жаховным. Шерлок 8, Шерлок 7, позже Джо Жаховна после первой половины боя. Но бой у нас, наверное, очень конкурентный получается. Где-то имеет успех Джо, где-то Хоун. Так что, думаю, вторая половина боя наш повадует. You kind of forgot where the separation was, and whoever grabs the last part of the round, that's who you remember. It's very important in this kind of fight. Для обоих этот бой важен. Для Джо это возможность подняться выше в рейтинге. Для Хоуна доказать то, что по-прежнему топ боец. Так как Хоуна многие сейчас спешали. Что ж, а у нас раунд номер 6. Попадает Джо. And he's in control as we start this round. Great job of protecting himself, мимо. Keeping his guard up very well. Teddy, does it help to have the speed that he has? Sure. Anytime you have speed and you can put it into the equation where whatever you're doing, it has to be technically right. Попадает. But now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. Клинч. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging in the fight, but clinching. Вок попадает Джо. Покош попадает Джо. Смен. Клинч. Right hand after getting scored upon. Смен. Клинч. Клинч. Well, this can become a bore, and he's making a decision to do it as he ties up again. Oh, he took some damage, but he gave some back with the right hand. Попадает Тим. Halfway through round six. Мимо. Попадает Ховл. Мимо. Попадает Тим. Хоун выжидает. Here's something that's a key factor now, and that is his ability to simply defend himself. He's doing a wonderful job. Мимо. Yeah, he is, and that gives him the ability to always be fresh and confident round after round. Неплохо попадает Джо. Неплохо сейчас побил Тим. Лошамиен. Yeah, like running through the rain without getting wet. Beautiful. Мимо. Попадает Хоун. Straight right was lined up, but he missed. Апперкот от Хоуна и подвлечен Тим. А раунд он выигрывал. Был, конечно, переменный раунд, но с большим успехом Джо проходил, а сейчас из этого подвлечения раунд он упустит. Так как раунд был равный. Что ж, это раунд. Благодаря концовке Жаховным. И все же 58-56 в его пользу. Пока что Джо Хоун все-таки перехватывает инициативу в этой схватке. Но юноша и Джо вставается. Так что еще раз ничего с вами не лишено. Good, I
И у нас раунд номер 7. Considering the fact that in the last round he got tagged hard, he looks great right now to open up this round. Мимо. Попадает Тим. Неплохо сейчас попадает Дзю. Он бы помахнул лучше. Покушал бы Дзю. Ушмен. Мимо. Помахивается ховер. По клавишу бьет Джефф. Апперкот от Тима. Вернее, апперкот от ховера. Тим попустил. Немного увлекшись боем. И выдолживаемые за действительными. Мимо. Помахивается Тимофей. Клинчует Джефф. Попадает Холм. Дзю отвечает. Карлинч. Помахивается. Холм и сразу клинчует. Мимо. Ушмен. Of keeping his opponent off balance. None at all, Mima. Because he's not moving at all. Maybe he doesn't want to. You know, guys start to deteriorate, not just physically outside, but inside. Maybe he's given up already. And maybe he doesn't want to fall down. He knows everybody's going to see that. But maybe this is his way of getting out of it. He knows he's going to stop. Попадает Холм. Мимо. Ушмен. Помахивается Шелушини. И от раунд все-таки за Дзю. 67-66. Держав Холм ведет в счете. И нам осталось осуществлять последние три раунда этого конкурентного поединка. Шанс на победу еще не потерял никто из боксеров. Так что, думаю, нас ждут интересные три раунда. Каждый будет пытаться показать, кто здесь хозяин. А у них сейчас жилищ счет 68-65 в пользу Джеффа Холла. И у нас раунд номер 8. Попадает Дзю. Мимо. Попадает Тим. Ушмен. Клинч. Protecting his head well with his guard. We're seeing good work on the inside with a hook. Teddy, is it harder to train a guy defensively to deal with this than when they're fighting at more range? Well, you have to learn to fight on the inside. What you have to do is make sure that your defense gets tighter. Automatically, I tell my fighters, Joe, when you get in close, get everything tighter. Everything up, everything closer, because you know that's where the stuff's going to be coming at you fast. Ушмен, ну, всякий раз, видно, уставший боксеров, они уже не так активны, как в начальные раунды. Попадает Тим, апперкот. Мимо.
Нашумел. The halfway point of round number 8. Помахивает Джо. Мимо был отхован. Джо попадает. Мимо. Takes one to give one. He comes back with a right hand. He missed by a mile. That wasn't even close by Glover. Glover's putting forth a game plan of being a volume puncher. But Teddy, he's not landing a lot of these punches. And what kind of effect can that have on this fight? Well, he can get frustrated a little bit. And, hey, he might not win the fight. He can have that kind of effect. Does that affect him? Неплохо. Мимо. Калинич. Вашмен. Неплохо сейчас попадает. Ким. Clock counting down here in round number 8. 10 seconds to go. И восьмой раунд забивает к себе в копилку Бежу. И в чем у нас 76-76. Интрига жива. Два раунда нам осталось посмотреть, которые достаточно много. This is where you search into those corners that you're not forced to search. Kind of like when you were a kid and your mother told you to clean your room and go into those little nooks and crannies where you never knew there was dirt. Now you кому больше повезет. И во всем поединок равны. У кого осталось больше сил, тот и победит, как по мне. И у нас раунд номер 9. Good action throughout. We'll see if it keeps up in this round. What has been a very even fight. Атаковать Джу, пока по боку клинчует Хоун. Вашмен. A headshot block. Поковыш по его джеб. Мимо. Ковш попадает. Ким. Снова бьет Джу. Неплохо. Мимо. Конденчует Джу в холл. Попадает Ким. Blocks that punch. Мимо. Помахивается даже в ковн. Неплохо. Halfway through the ninth round. Pace yourself. По боку попадает Джо. Неплохо отражается своего Хоун. Мимо. Помахивается Джо. Неплохо. Тим. Вашмен. Неплохо сейчас попадает на сходе Тим. Uh.
попадает Джо. Апперкот от Ховна. Рашмен. He's showing very good footwork. He's showing fine defensive movement here. But as for the opponent, и Эглан забивает свою копилку Тим. И что же, 86-85 минут позже, придется заключить немалую. Пока Тим именно в последнюю волну за счет активности перерабатывает своего оппонента. Он же в основном работает сейчас вторым номером. Также ждем заключительного раунда. Мы с вами, чтобы узнать победителя этого боя. И у нас финальный раунд. Да, это Джо. Мимо. Помахивается Тим. Вовремя сошлагивал Ховн. Апперкот. Попадает Джу. Мимо Ховн. Мимо. Рашмен. Попадает Тим. Попадает Шон Джу. Мимо. Halfway through this 10th and final round. Able to block that away. It was targeted for his head. Попадает Холм по корпусу. Апперкот. Отвечает Джефф. Пока что очень важный раунд у нас. Но оба устали. Это мы тоже видим. Попадает Тим. Мимо. Оба. И у нас заключительная минута. Мимо. Неплохо сейчас сделал Тим. Отвечает Холл. Рашмен. Getting rid of that punch from his opponent. Well blocked by Glover. Неплохо. Помахивается Джефф. Мимо. 10 seconds to go in this, the final round. Попадает Джу. Неплохо. 96-94 Джу. Ждем следующего возвращения. At least that's the way we saw it. Yeah, I mean, if you saw it any other way, you'd have to put a warning out the next time these judges judge a fight, kind of like on a pack of cigarettes, you know, this could be hazardous to your health. И единогласным решением судей побеждает Джефф Шелшников. Хотя, как по мне, Джо был чуточку лучше. Но посмотрим, что же насчитали в итоге судьи. Все судьи на 93-97. Ну, уже судили, как по мне, Тима. Джо дает только первый, третий и восьмой раунд. Хотя в последних двух он был получше своего визави. Что ж, давайте глянем статистику поединка. Джо попал 258 ударов из 698. Хо 237 из 593.
Удачу 82 из 259 в голову и 176 из 439 по колбушке. У его визави 75 из 277 в голову и 162 из 316 по колбушке. По раунду. Первый 27-35, второй 28-28 по силовым 9-7, третий 22-19, четвертый 27-28, пятый 28-24, шестой 27-32, седьмой 29-23, восьмой 28-14, девятый 15-9 и десятый 27-25. Что ж, на этом все. Посмотрим, как на самом деле пойдет этот поединок. Напоминаю вам, что в эту пятницу в 20:00 по Москве у нас перенесен стрим по Crash Bandicoot Insane Trilogy. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки я оставил в описании. Всем пока!